Пришло время пить чай. Отгадай загадку. Чем ворон похож на письменный стол? Ой! Ай! Упор! Алиса, помоги! Алиса, спаси нас! Проснись, Алиса! Проснись! Алиса? Мам! Папа! Алиса, спасайся! Выбирайся из дома! Беги, Алиса! Бедняжка, сколько лет лечения? Может быть, этот кролик вернет ее к реальности? Алиса! Торопись, Алиса, мы очень-очень опаздываем. Ты сильно похудел, но улыбка все та же. Как я рада тебя видеть. А ты выросла. Но, надеюсь, осталась такой же любопытной и любознательной. Куда мне идти? Я не узнаю страну чудес. Лучше знать, куда идешь, чем блуждать неизвестно где. Поэтому спрашиваю. Кролик кое-что знает. Да и я безо всякого флюгера могу сказать, куда ветер дует. Делай то, что велят обстоятельства. Сейчас не время, командор. Иди за белым кроликом. Наш дом разрушен, наш дух сломлен. Напоминает больницу. Неужели все так безрадостно? Рабство и радость не уживаются под одной крышей. Если не ясно, куда идти, доверься себе и ветру. Попробуй прыгнуть. Не наклич беду, девочка. Стража Червонной Королевы никого не щадит. Я не боюсь ни ее, ни ее прислужников. И никогда не боялась. Вам надо бороться с ними. Сопротивление бесполезно. Пока правит королева, только смерть избавит нас от страданий. Ее смерть. Сила воображения. Это основа жизни всех обитателей страны чудес, в том числе и твоих врагов. Всегда собирай ее и не трать по пустякам. Нож тебе необходим, но одного ножа мало. Всегда подбирай то, что может принести тебе пользу.
Выброси только свое незнание. И тогда, может, выживешь. Куда ни глянь, тоска и уныние. Неужели все настолько плохо? Знай ты правду, ты бы рыдала, как брошенный младенец. Ты и есть тот защитник, о котором нам все время говорил кролик? Я бы не сказала. Я ведь человек, а сейчас мне нужно стать маленькой, вот такого роста. Как бы тебе так извернуться? Тебе нужно шагнуть в сторону, а не вперед. Если бы я знал, как я бы шагнул сам. Мне не изворачиваться нужно, а уменьшаться. Вот до такого роста. Ищи ответ в крепости дверей. Она хранит много тайн. Но чтобы туда попасть, одного желания мало. На дверях есть замки. У замков есть ключи. А у тебя их нет. Будем надеяться, что двери не заперты. А если заперты, то на стены можно забраться и с помощью кошек. Прошу прощения, это крючья так называются. Ты бы еще сказала «котов». Пожалуйста, избегай впредь подобных выражений. Мало кто находит выход. Некоторые не видят его, даже если найдут. А многие даже не ищут. Кролик сказал, что придет защитник и спасет нас. Защитник — это ты? Возможно. Вы можете помочь мне попасть в крепость дверей? О, нет, я не посмею. После переворота мы все превратились в трусливых дурачков. Я и дорогу-то перейти боюсь. Хотя ступай к рудникам. Там живет старый гном. Он гораздо храбрее и мудрее меня. Да, он поможет. Любая дорога начинается с первого шага. Банально, но верно. Даже здесь. Веревки все равно, что лестницы, если умеешь по ним лазить. Что нужно тебе здесь, в этом всеми забытом месте? Совет. Вы мудры, вы можете мне помочь. Когда слепца ведет кривой. Будь я мудрым, стал бы я торчать среди этого мусора. Нет, девочка, я не мудрый. Я просто стар. Мне очень нужно стать маленькой. Не крупнее мыши. Вы знаете, как это сделать? Всего-то. Да я могу это устроить. Но не за даром. Но у меня ничего нет. У тебя есть сила и отвага. У меня их почти не осталось. Я видел слишком много страданий. И, как видишь, слишком много курю.
Что я должна сделать? Красная стража Бубен охраняет ключ. Если сможешь его достать, я в долгу не останусь. Две картинки — детская забава. Но когда играешь в карты со смертью, становится не до смеха. Ключ, ты принесла его, ты молодец! Надежды кролика оправдываются, да, он не дурак. Разумеется, нет. Ключ нужен для того, чтобы освободить мой клан от непосильного гнета. Любая борьба с тиранией королевы — это борьба за правое дело. Нам пришлось столько пережить. Сэр, я искренне сочувствую вам, правда. Но как насчет уменьшения моего роста? За стенами крепости есть мучилище. В нем ты найдешь то, что потребуется для зелья уменьшения роста. Что конкретно? То, что нужно, девочка. Когда увидишь, сразу узнай. А вот нас увидеть никто не должен, особенно карточная стража. О, черт, нас заметили.
потом тебе надо будет проникнуть за эти стены. Но сейчас прыгай.